Оба ордена были присвоены за проявленное мужество при спасении людей на пожаре. Во время возгорания в одном из домов города Игорь Нищедим первым пришел на помощь испуганным жителям и помог им выйти из пламени. А вот сам спастись не успел. Указом президента Российской Федерации номер 1207 от 27 октября 2009 года орденом мужества посмертно награжден участковый уполномоченный милиции 1-го отдела милиции Нищедим Игорь Евгеньевич. Орден мужества был вручен матери и вдове милиционера. Я приношу благодарность всем людям, которые так высоко ценили подвиг моего сына. Таким он был человеком. Так он был воспитан. Милиционеры почтили память товарища, погибшего при исполнении служебного долга, минутой молчания. Тем же приказом президента России орденом мужества был награжден старший инспектор отдела участковых уполномоченных УВД Вячеслав Гичко. За личное мужество при организации эвакуации жильцов из очага пожара указом президента Российской Федерации 1207 от 27 октября 2009 года орденом мужества награжден старший инспектор отдела участковых уполномоченных милиции УВД майор милиции Гичко Вячеслав Иванович. Петр Горохов, Дмитрий Цибулевский, телекомпания «Одинцова».